Всем доброе утро! Сегодня у нас опять окрашивание, ну так скажем, косметический ремонт. До этого мы красили, выкрашивали милированием и между основной тон. Достичь белых прядей нам не нужно было, поэтому мы их тонировали в такой, я бы сказала, с медью каштановой. Но это уже смылось. Подсмылась. Волосы блестят. Краска, я пользуюсь Сигурой Рояль. Представляете, сколько вот прошло, а вот она до сих пор себя блестит. Волос живой, потому я ее и люблю. Так, что у нас? Вот так отросли волосы. Седины очень много, я бы сказала, 50%. Достать еще далеко. Поэтому наш косметический ремонт, как я его называю, будет заключаться в том, что я выкрашу, не затрагивая пока эти волосы, в один тон под номером 5.0 и немножечко туда добавлю такой меди. Но в основном преобладать будет 5.0, чтобы закрасить седину. Если вы возьмете какой-нибудь русый цвет, один цвет, то это будет какой-то полупрозрачный эффект. Он не закрасит. Нам это не нужно. Вот. А потом мы посидим и уже я протяну цвет, как будто вот тонирование, чтобы дать насыщенность вот этим прядям. Что касается стрижки. Стрижки формы, конечно. Ириш, подними голову. Ага. Вот, стрижки, конечно, уже нет. Челка отросла. Вот такая длина. И сделаем очень красивую форму. Так. Выкрасили только корни. Видите, на коже вы сразу увидите, как добирает цвет. Здесь у меня 5.0, коричневый средний, и чуть-чуть, прям вот грамм 10, такой вот каштан медный. Прям совсем ярко медный, не берите, не добавляйте. Потому что волос седой, не надо. Чуть-чуть. И вот он видно на коже. А сейчас посидим минут 10, и вот это вот все я затонирую. Я взяла 8.0, такой мягкий, средний, так скажем, русый, и добавила того же каштана, буквально 5 грамм. Это будет тонирование, поэтому буду разводить 1 к 2, чтобы не забить те пряди нашего креативного окрашивания, которые уже есть. Нам нужно обновить, дать цвет. Ну и хромоэнергетический комплекс, который попадает и питает волос изнутри, попадает с краской. Отлично. Корни один цвет. Это мы затонировали. Видите? Их видно. Вот. Посидим 30-35 минут. Ох, как хорошо краска добирает. Пока сидим с краской, очень захотелось показать свои розы, как они все начинают распускаться шапками. Это столько бутонов. Думала, что эта розочка будет, как я говорила, все-таки же беленькой, но она оказалась желтенькой. Все-все-все в бутонах. Ну так, по-быстрому покажу. Сейчас уже краску пойдем смывать. Ну вот, корень весь полностью закрашен, все блестит. Здесь милирование. Мы обновили тонированием. Опять этот цвет, который оттенок так не передается. Сейчас покажу стрижечку. Челка переходит в стрижку. Пока мы отчесали так. Средняя длина.
затылок приподняли. Ну, и Ирина у нас носит вот так. Свободно можно ходить теперь еще месяца два. Сейчас челка. Своя рука, владыка. Сейчас сделаю. Всем хорошего дня. Пока.